час на Сардинию, сняли машину и едем до нашего города. Вот так вот выглядят все эти завороты-повороты. Очень все, как всегда, в Италии узко, мелко. А здесь вот уже, собственно, и открывается. Это опять эти дорожки. Где-то 35 сейчас. Эти дорожки здесь, это ужас. Эти, конечно, и там снизу обрыв. Это как мама всегда. Италия, что ты хочешь. Да, это что-то вообще. И там уже все. Ого, ничего себе, мы поднимаемся на какую высоту. Вот-вот. Давай, пожалуйста, помедленнее. Как тебе пока? Мне отлично. Наше приключение. Очень отлично. Вот. Сейчас главное доехать и заселиться. Да, доехать, заселиться. Выбросить сумки. Выбросить сумки. Едем мы в город. Называется он. Вот здесь у меня карта. Белосимиус. Ой, что-то оно. Вот оно. Вот сюда. Белосимиус, да. И вон там вот, кстати, где вот это уже побережье красивое начинается, там и должен быть наш городок. Где именно Ларгуна. Вот это было круто! Ты видела? Че? Он на нашу сторону заехал, я его чуть не сбил. Да, ну нет, я не увидела. Я такие ужасы не снимаю. Ты же знаешь, я не люблю ужасы. Я ужасы не смотрю и ужасы не снимаю. Я сидела тихо, показывала людям город. Кала Регина. Пляж проехали, мы которого здесь вот не видно. Вода вообще просто. Просто что-то. Посмотрим, можно ли в ней плавать в июне месяце. Сейчас узнаем. Вон там вот должен уже наш пляжик быть. Где-то. Где-то это хорошая рыбовка. Вообще пляжи пустые. Заходи, плавай. И никто пустые, мешать не будет. Друзья, всем большой привет! Вот мы остановились сейчас на одном таком вот, я даже не знаю, панорамном взгляде, или как это сказать. Дорогой, ты у меня лучше можешь описать этот вид, который, да, который открылся нам здесь. Вообще просто супер красиво, очень красивое море. Правда, слегка сегодня прохладно. Вчера тоже было прохладно. Мы вот сейчас едем дальше вот для, как бы, найти такие пляжи красивые. Ну, вот наша машинка. Посмотреть следующую красоту, что нам какие виды откроются. И да, там вот люди также смотрят. Вообще, в общем, супер. Просто супер. Друзья, всем большой привет! Мы сегодня приехали на пляж, который называется Коста Рай. Вот такой он большой и длинный. И здесь вот сегодня вот такие вот волны. Мы не знаем, или всегда здесь такие волны, или только сегодня. Ну, в общем, очень красиво здесь. Очень чистая вода. Очень нежный, мягкий песок. Действительно, не знаю, мы уже прошли... Сколько мы прошли? Километр, наверное, или сколько? Наверное, километра три. И вот дальше идем, двигаемся. И действительно, очень красиво здесь. Разные камни. Не
знаю, как мы здесь сейчас пройдем. Наверное, надо будет туда в воду заходить. В воду пойдем или обойдем лучше? Обойдем, наверное, да? А то волны достаточно такие сильные. Несет еще. Давай я сюда, Андрей. Вот. Поэтому... О, боже мой. Куда здесь идти? Андрей пошел по воде. Ничего не боится. Не знаю. Ой. Вода. Вода, кстати, в июне достаточно, ну, прохладная. Но купаться можно. То есть действительно такая закаляющая, да? Бодрящая, освежающая. Да, да. Именно так и есть. Ну, вообще, в общем, красота здесь. И действительно не страшно наступать в воду, что тебя кто-то здесь укусит, потому что после отдыха на Маврикии мне было страшно потом заходить в воду, когда ты видишь всяких там морских червей, еще кого-то. А здесь действительно очень приятно и не страшно. Ну вот. Вон люди плавают. Такие вот волны. Порту. Попу Порту. Прям по-итальянски.